Здравствуйте, вы смотрите аналитику на канале Витража о Вере в красках. Понятно, что визит главы фонаров Киев не прошел без последствий. Я специально ездил в Венецкую область, показывал вам первый захват храма раскольниками после визита патриарха Варфоломея. Вы могли слышать священников, прихожан храма, которые с болью пережили циничный захват. Увы, это не последний случай. Экспансия раскольников, которые готовы захватывать все, что видят, не имея на это никаких законных оснований, продолжается. Впрочем, законность Раскольников беспокоит в последнюю очередь, примерно как соблюдение канонов фанат. Стоит только послушать руководителя Раскольников Сергея Думенко, который, похоже, совсем потерял связь с реальностью. Это показало, к примеру, его речь в Орзеле, куда он приехал проведать местных Раскольников. Причем начал Думенко, как всегда, за здравие. Вот цитата. «Сегодня мы объединились в благодарственной молитве за благодеяние Божье, посланные нам в частности за последние 30 лет» но достаточно быстро перешел к своей обычной песне. Вспоминая начало утверждения нашей автокефалии, можно сказать, что путь был сложным, ведь три столетия перед этим мы были в духовной неволе. Все по методичке. Автокефалия, три века, не пойми откуда взявшейся духовной неволи, и это еще не все. Но благодаря жертвенным прихожанам и священнослужителям Господь сподобил нас успеха. Мы получили Томас про автокефалию, но борьба продолжается как в знаменитой песне, и вновь продолжает собой. Если там шла речь о борьбе с социальным неравенством, то тут Думенко рассказывает о вкладе тех, кто ратовал за грамоту от главы Фонара. Интересно, а куда он Порошенко записал? В прихожане? Особые прихожане? А бывшего госсекретаря США Майка Помпео, который вроде бы никакого отношения к православию не имеет, но без него не обошлось. Кстати, эти слова лишний раз доказывают, что ПЦУ – проект политический, который не о религии, а больше о власти и сферах влияния. Но, думаю, всем зрителям это и так понятно. А вот еще одна цитата из речи Думенко: На нас лежит ответственность, потому мы не имеем права почивать на лаврах. К сожалению, не все осознали реальность того, что Православная церковь Украины, внимание, имеет свою каноническую территорию. И все приходы в Украине принадлежат к этой церкви. Есть еще некоторая каноническая аномалия, когда кто-то не желает принимать этот объективный факт, однако это всего лишь вопрос времени. Конец цитаты. Каноническая аномалия лишь одна. Раскольник рассуждает о канонической территории. Понятно, что его на это вдохновили, благословили, но, как мы понимаем, не по канонам, а вопреки. Как он ранее сказал, стараниями некоторых прихожан, очень влиятельных прихожан. И теперь еще более понятна философия глава организации ПЦУ, мол, везде на украинской земле все это мое. Это, кстати, многое объясняет, да и захваченные храмы в большинстве своем стоят полупустые. Умеют заполнять раскольники только собрания комментаторов под публикациями в социальных сетях. Очень точно ситуацию с паствой ПЦУ описал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний Паканич. Я цитирую по публикации на портале «Православная жизнь». Возьмем хотя бы торжественную встречу патриарха Варфоломея в Михайловском монастыре. Как трубят однообразные по своей сути социологические исследования те, кто поддерживает ПЦУ в Украине, якобы в несколько раз больше тех, кто является верующими нашей церкви. В соответствии с этими данными Киев должен был быть, по идее, под завязку забит толпами встречающих гостя, запустившего проект так называемой Православной Церкви Украины. Однако жизнь посрамила такие ожидания. Как, впрочем, и результаты упомянутых исследований, на торжественную встречу пришла горстка людей. Это при том, что был выходной день. В целом, данный момент в очередной раз засвидетельствовал один непреложный факт – у ПЦУ нет большой пасты. Кстати, подобная ситуация повторилась и на следующий день после торжественной встречи. Служба патриарха Варфоломея Думенко, как зафиксировали телекамеры, вновь не отметилась огромным количеством приверженцев ПЦУ. Хотя людей активно собирали на мероприятия силами, видимо, того же Петра Порошенко. Что потом, к слову, отчетливо и проявилось. Овации бывшему президенту со стороны присутствующих на территории Святой Софии звучали громче, чем овации патриарху Варфоломею. А ведь все так и было. Как человек, который провел те выходные, наблюдая визит главы Фонара своими глазами, могу об этом говорить. Прокомментировал владыка Антоний слова Думенко о том, что, мол, все православные приходы на территории Украины принадлежат его организации. Похоже, что так окрылил Раскольников приезд главы Фонара. И вот ряд свидетельств того, что они Делают. Цитирую митрополита Антония. 12 сентября во Львове глава ПЦУ в окружении большого количества полицейских совершил так называемый чин освящения места строительства нового кафедрального собора своей религиозной организации. Сделано это было на захваченном у общины Украинской Православной Церкви земельном участке. При этом наши верующие выиграли все соответствующие судебные тяжбы у раскольников. Но, как мы видим, вердикты судов не стали каким-либо серьезным препятствием ни для местной власти, ни для ПЦУ на пути совершения незаконных действий. Еще более неприглядные события произошли в Винницкой области. 3 сентября сторонники ПЦУ захватили Иоанна Богословский храм Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви. В данном контексте отдельно хотел бы отметить тот факт, что за последние два с половиной года приверженцы ПЦУ не сподобились провести в селе ни одной своей литургии. Согласно сообщению пресс-службы Тульчинской епархии, правонарушение стало следствием устного распоряжения представителей местной власти обеспечить правильное решение вопроса охране. Другими словами, в пользу ПЦУ. Также на ситуацию повлияла реакция правоохранителей, которые, находясь на месте преступления, не помешали осуществлению рейдерской атаки. В свете этого мы призвали главу МВД взять под личный контроль расследование дела о захвате храма в Винницкой области. Стоит упомянуть и о возобновлении практики привлечения радикалов к давлению на каноническую церковь. Так, 5 сентября правый сектор провел во Львове акцию против строительства новых храмов для общин Украинской Православной Церкви, пострадавших от церковного рейдерства. И видим, что поначалу власть она дистанцировалась от церковного вопроса, а теперь мы видим, что она активно не только зазывает и вовлекает главу Фонара в дни его визита, ну и позволяет раскольникам приступать к закон и продолжать нападки на каноническую церковь. Жаль, что все эти люди забыли, что борьба против церкви всегда заканчивается плохо, равно как и раскол, инициаторы которого, похоже, уже пожинают плоды того, что сами посеяли. Остерегайтесь сомнительных собраний, непроверенных новостей, читайте классику и смотрите канал Витражи о вере в красную.